Митинг, посвященный вековому юбилею Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи, прошел в Гомеле. Ветераны ВЛКСМ и нынешнее поколение молодежного движения БРСМ собрались у монумента героям-комсомольцам. Здесь вспомнили главные вехи в развитии самой массовой организации Советского Союза и возложили цветы к мемориальному постаменту. К юбилейной дате по всей области пройдут около 200 мероприятий, среди них поиск экспонатов, связанных с историей комсомола. Находки станут основой нового музея, который откроется в Мозыре. Мы старались привлечь всех в комсомол. Даже, знаете, как это ты не комсомолец? Я никогда не забуду комсомол. Никогда. Мне уже столько лет. Но я неравнодушна к комсомолу. Не застал это время, я не знал, но по мне кажется, что это весело. И всегда, когда мы собираемся вместе и куда-то что-то делаем, даже на ту же работу едем, на студотряд, это достаточно полезно узнать. И чувствуешь себя в какой-то такой большой семье. Я рад, что сделал правильный выбор и когда-то пришел, сказал, вот я хочу в студотряд. И я пошел в студотряд. В этом году Гомельский областной комитет БРСМ инициировал акцию к столетию ВКСМ «100 добрых дел». По задумке, в честь юбилея молодежь по всему региону займется благоустройством. Так, в областном центре участники акции высадили многолетние кустарники вокруг монумента героям-комсомольцам.